Возможности международного бизнеса интересны в первую очередь для тех людей, кто живет не одни в нем, кто смотрит на перспективу, кто задумывается о том, а как я буду жить через 3 года, через 5 лет, сколько времени я буду уделять своей семье, сколько времени я смогу провести с детьми, в какие страны я смогу съездить и что я буду получать в то время, когда я путешествую. В современных политических и экономических условиях как никогда важно развивать свои команды, свой бизнес в разных странах. Международный бизнес дает защищенность, ты получаешь доходы в валютах разных стран. И понятно, что благодаря разному менталитету, разным экономическим ситуациям, бизнес остается всегда стабильным. До знакомства с компанией Cyber & Wellness я, так же, как и многие, мечтала о таком бизнесе или о таком деле, которое бы сделало меня свободной. И я не ошиблась, выбрав компанию Cyber & Wellness. Сейчас мой бизнес развивается во многих странах. Более чем в 17 странах клиенты покупают продукт, независимо от меня. Они пользуются, получают результат, рекомендуют его дальше. Но серьезный бизнес, я считаю, развивается тогда, когда в стране есть профессиональные или лидерские структуры. У нас сейчас развиваются большие топовые уже команды в Германии. Есть лидерские команды в России, и мы развиваем структуры сейчас в Кыргызстане. Любой предприниматель понимает, что открытие нового рынка связано всегда с большими капиталовложениями. Я сотрудничаю с компанией Cyber & Wellness, и компания взяла на себя все эти заботы. Мы входим в страну по законам этой страны. Произведена вся сертификация, логистика, интернет-магазины, представительства, переводы, этикетки на продуктах. Все это делает компания. Моя задача – выбрать рынок, найти активных партнеров либо клиентов и начать там работать. Раньше для того, чтобы открыть страну, найти партнеров, необходимо было личное присутствие. Ну, например, командой лидеров мы ездили во Вьетнам, в Турцию, в Украину. Мы приезжали абсолютно на незнакомый рынок, мы искали людей, мы знакомились с ними, мы предлагали продукт. Это был долгий процесс. Сейчас для того, чтобы открывать новую страну, не обязательно сразу туда ехать. Попробуйте сначала все онлайн-ресурсы, которые предоставляет нам компания. Когда меня спрашивают, с какими трудностями я сталкиваюсь на разных рынках, мне сложно на него ответить, потому что я всегда рассматриваю это как возможность. Каждая страна интересна по-своему, и нужно смотреть, как вот с тем ресурсом, с тем, что дала мне компания, я могу выстроить товарооборот, я могу построить новую команду, я могу найти новых активных партнеров. Потому что, по сути, в каждой стране, в которую заходит компания, есть активные люди, есть потребность в нашем продукте и все в наших руках.